Всем доброе утро. У меня все еще спят. И да. Я в патчах. Патчи всегда такие, знаете, как шелушки остаются, их надо смыть. Я просыпаюсь, на самом деле, очень рано. Время сейчас 6:25, если вам, не знаю, видно вам сейчас было или нет. Но 6:25 утра, я уже встал, умылся, помылся, наклеил патчи. Ну, короче, у меня есть определенные внутренние процедуры, такие как патчи, например, и все подобное. Я это делаю не потому, что, знаете, как-то конкретно ухаживаю за собой, для особо таких мужланов, которые думают, что это не надо делать. На самом деле, просто от этого ты просыпаешься с утра. Ну, то есть, ты наклеил патчи, там, намазался всем, накрасился, и как-то, хоп, и день начался. У меня есть определенные внутренние ритуалы. Я немного изучаю английский, я собираю БАДы, прибираюсь дома, запускаю стирку, медитирую. Медитации просто сижу. Бывает под музыку, просто бывает в тишине, по-разному происходит все это, но медитация важная составляющая, я читаю аффирмации, пишу себе план на день, вот приблизительно так начинается у меня утро. Кстати, в комментариях под прошлым влогом спросили, как я отношусь к медитациям отношусь очень хорошо. Я думаю, что про это прям отдельный влог можно снять. Я их не пропагандирую, я не кричу нигде о том, что медитируйте, потому что подходов к медитации, их на самом деле очень много. После пробуждения, после того, как я наклеил патчи, я собираю БАДы. У меня есть такая вот таблетница. Я, соответственно, в нее сейчас все это буду собирать. А перед тем, как я начну собирать, я выпиваю себе селен, йод у меня и альфа-липоевая кислота у меня. Вот эти три штуки я выпиваю сразу с утра натощак после пробуждения. Дальше у меня идет после них это white tea. Я его выпиваю с утра, чтобы пробудиться. И вроде все. Как неудобно смотреть вот в тот экран и говорить в объектив. Тебе всегда хочется посмотреть в экран, а из-за этого кажется, что ты просто в сторону смотришь. Ладно, давайте про БАДы закроем тему. У нас сегодня крутейшее мероприятие будет для лидеров всей компании, и мы, как участники клуба миллионеров, сегодня вещаем. Мне сейчас надо делать утренние все дела, медитация, аффирмации, голосом заняться, сделать упражнения и потом будить всех. Пойду. Хотите, еще вам прочитаю аффирмацию, я когда-то ее прописывал. Давал даже, кто-то даже ее выкладывал. Я сам прям писал. Вот каждое слово я прям ее придумывал полностью. Это полностью моя аффирмация. У меня даже есть идея ее записать под музыку, записать ее голосом озвученную, и чтобы у людей была возможность ее слушать. Если вам было бы интересно, ну, подобно ее, знаете, более такую сделать адаптированную под любого человека, не обязательно сетевика, а для всех. И чтобы человек мог просто с утра ее включить в наушниках, послушать, знаете, как медитацию, то есть одновременно медитацию, аффирмацию. Кстати, у меня нету там на лице. Это патчи всегда такие, знаете, как шелушки остаются, их надо смыть. Так читаю. Сегодня лучший день в моей жизни. Я все могу, и я всегда добиваюсь своих целей. Успех живет в каждой клетке моего тела. Люди узнают меня как лидера. Я становлюсь великим лидером. Я контролирую любую ситуацию и веду свою команду к успеху. В любых ситуациях я спокоен и сосредоточен. Ну и все в этом ключе. Читать до конца не буду, потому что она огромная. Если вам было бы интересно ее получить, ну, я могу прям с отдельным видео выложить, ну, бесплатно, просто в интернет. И у вас была бы возможность ее слушать. Вы бы одевали наушники, ее бы слушали. Ну, короче, если было бы интересно, могу сделать. Честно говоря, это не сильно сложно. Она такая достаточно большая. Если ее прочитать, это будет прям на минуту 2-3. Послушал с утречка, зарядился, наполнился и пошел по делам. Поделюсь, кстати, с вами одним из самых классных упражнений на голос. Мне их много, на самом деле, в запасе. Можно отдельный тоже влог на эту тему снять будет. Вообще много идей на тему, чего можно снять. В общем, смысл заключается в том, что вы начинаете зевать, и голос у вас должен полностью... То есть вы зеваете со звуком. Ну, смотрите, как это делается примерно. Примерно так. Приблизительно
приблизительно такая эта история. И так делается несколько раз. Это очень сильно расслабляет, очень сильно высвобождает этот вот такой свободный голос, он идет изнутри. И вот когда так ты несколько раз делаешь, потом на это можно еще поставить несколько упражнений, и голос такой прям становится бархатный, такой прям классный. Ну, примерно так. Вот, это делается через вот эти вот зевания, ну, одно из упражнений. Прикольно очень, очень, очень классно. Я это делаю каждое утро. Несу мешок с подарками. У нас есть утренняя традиция. Я ее бужу, или она сама встает. Сегодня она сама встала. И потом я ее мою, закутываю так в одеяло, и потом мы катаемся. Сейчас я вам покажу, как. Она, короче, лежит в полотенце. Папа, и вот так. Скрадываешь, опускаешь. Папа, скрадываешь, опускаешь. Закручиваем. Готово? Да. Раз. Два. Три. Мика. 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 Давайте покажем всем. Зайк, покажем тебе всем. Чё расстроилась? Чё обиделась? Чё обиделась? Ну печеньки сейчас мама тебе даст. Сначала нужно там БАДы выпить. Да. Сначала надо по кашу покушать, потом печеньки. По кашу. По кашу. Шагай. Мне обязательно нужно выйти хотя бы на тренировку куда-нибудь. Они пойдут на художку, они пойдут на вокал. Не знаю, как, конечно, будет видно против солнца. Я бегу домой. У нас сейчас будет тестовая проверка связи, так сказать. Она всегда у нас перед корпоративными событиями. Сегодня у нас мероприятие для мастеров, для лидеров команд, для лидеров компаний от клуба миллионеров. Сегодня у нас будет обучение. Сейчас тестовый зум и все. Михаил, подключайте наушники пока что. Скажите еще, пожалуйста, еще раз, во сколько мы начинаем по Москве? Мы по Москве начинаем в 10. А мы, ну, я, получается, через 2 часа после старта. Нет. А, через час. Нет. Через час. В 11:10, но у меня ощущение, что Олега не будет. И тогда это 10:50. Ага, все, спасибо. Олега не будет, мне подтвердили, да. Угу, спасибо. Все прошло отлично, все настроили, мы сейчас начинаем скоро, уже через час у нас начинается событие. Онлайн-событие это, ну, раз в год, вот подобные события раз в год. У меня все очень классно настроено, новая камера выводится на стрим, ZV-1F, классно. С нее получается отличное изображение. В общем, сейчас мы начинаем, там все обсуждают и... Я очень сильно люблю события от компании.